Сергей не скрывает своего лица. Мужчине нечего стыдиться, ведь он заботится о своем здоровье. Анализ крови на ВИЧ-инфекцию старается сдавать регулярно. И не потому, что находится в группе риска, а потому, что жизнь такая, говорит Сергей. Опасности на каждом шагу, в буквальном смысле слова. В подъезде пошел, там, допустим, если шприц там валяется, поднял его, незначай, или там в тапочках идешь, запнулся там. Это необходимо, потому что свое здоровье, оно должно быть защищено. Кровь берут из пальца, уже через 15 минут готов результат. По заверению специалистов, экспресс-тест точен на 99%. Во всяком случае, еще ни разу не было осечек. А подобные акции в Краевом центре по профилактике и борьбе со СПИДом проводят не впервые. Врачи говорят, сегодня ВИЧ не приговор. Если раньше болезнь считалась смертельной, то теперь она хроническая. И даже инфицированная женщина может родить здорового ребенка, естественно, при постоянном контроле специалистов и лечении. На сегодняшний день есть профилактическое лечение, которое назначается беременной женщине в период беременности и потом после родов ей, новорожденному ребенку, которое дает возможность оставаться здоровым. Бесплатное экспресс-тестирование началось сегодня в 9 часов утра, а уже к полудню кровь сдали 40 человек. У трех обнаружен вирус. Людей отправили на дополнительное лабораторное обследование. Врачи говорят, СПИД – это не простуда. На протяжении нескольких лет человек может и не знать о болезни, а потому сдача крови на ВИЧ должна стать привычкой для каждого. Елена Кузовкина, Николай Шилко. Наши новости.